Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром, я очень рада видеть всех на своем канале. И сегодня речь пойдет в видео про такого известного блогера, как Миша Влогс. У него был день рождения, и в воскресенье мы все вместе собрались, соответственно, пришли гости, пришел очень такой, так скажем, развивающийся новый певец, которого вы уже все знаете, я думаю, люди, которые учатся в школе, они его знают. Вот, и также Ксюша Хоффман. Поэтому я не буду много разговаривать, и давайте посмотрим. Фотография, мама, сфоткай меня, пожалуйста. Вся инстаграм фотография, на которой вы уже поймете, что было после этого. Это, знаете, реклама этого... Баунти. Да, Баунти, вот. Это же на пальме. Это, кстати, Байкал, по-моему, если не изменять память. Давай следующий. Это мотивы. Да, это мотивы. Что было на этом дальше, можно даже не объяснять, да? Кто стоит? Это моя бабушка. Я сейчас там увидел, на котором мы просто... Зачем музыку проигрывать, чтобы на фоне что-то было, чтобы я не... У нас будет компромат. На этой фотографии, да, отпусти меня. Как это сказать? Я считаю, что это моё место. Как вы покончили? Как у нас все организовано? У нас все отлично организовано, вот только Ксюшку Хоффман бы тоже пожалуйста. Как здесь? Просто фотографии, давай дальше. А это первый класс. Мишка, первый раз, первый класс. Очень маленькие ботиночки, штанишки, цветочки, кстати, называются цветочек. Ворот очень модненький, да? Цветочек больше, чем в моей голове, наверное, раз 4-5. Давай дальше. Вы знаете, можно... Да, в летсплее это было мое начало. Короче, это, я, по-моему, не тоже на день рождения, когда подарили этот руль, и потом там был не фотспид, это было все очень круто. Давай дальше. Мама, я в Дубае, мама. Мама, прости, что мы разобрали. Это Останкинская башня, это как раз стеклянный пол. Я такой, ну, у меня в детстве было очень много эпичных фотографий. Вот так сейчас мы слышим, так и делаем. То же самое было и в детстве. Да. Давай дальше. А это на Новый год? Это просто такая фотография. Не, да, на фоне елочки. Я на фоне елочки! Никто не видел фотографии Юрия Вайна в этой машине. Меня в спальне задевает! Там это, по-моему, последнее фото, да? Хорошо, вот это точно по последней фотографии. Там наш? Теперь включи музыку и открой видео. А музыка так не работает. А, все, отлично. Подожди, первое видео ты открой. Просто две секунды, но это стоит того. Я просто захнял, как я чихнул. Давай повтори. Мне очень стыдно за это видео, но... Короче... Погромче! Объясняю, что это был конкурс на Дисней.
Пиши! 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 Пи
Выше!
Тебе нужно будет... Упс, что-то пошло не так. Мы пытались. Давай еще раз, тебе нужно руки положить ему на... Я не смогу, это какие-то. Как так-то? На веревочке. Я ошибался, ребята. Мне кажется, наоборот, нет? Нет. Сейчас будет как в прошлый раз. Выше ноги Михаилу. Раз. Ксюша на выпускном. Окей. Значит... Ваня, давай, ты знаешь английский лучше, чем мы втроем. Давайте я вам на английском решаю, если ты видишь. Оранжейка на многих. Переводим. Это либо, кстати, персик, по-моему. Ребро. Либо абрикос или персик, или ребро. У вас, ребятки, не самое лучшее. Ладно, давайте теперь едим оранжевую. А потом у кого? Давайте. Три. Четыре, иди оранжевый. Алло, Кирилл. Да, как дела? Кирилл. Мы тут это хотели тебе привет передать. Привет! Да, им тоже тебе привет. Чего? Ты, а, ну ладно, хорошо. Мы позвоним тебе попозже. Ты приедешь или нет? Нет, я не приеду. До шести. До шести? Да. Отлично, мы ждем тебя, давай. Скинуть тебе адрес, хорошо. Ксения, вы можете скинуть Кириллу адрес? Ксениевский переулок, дом 2, строение 1. Ну, конечно, так он запомнил. Я запомнил. Хорошо, мы тебе скинем адрес, если что, у меня после не видит. Хочешь мне подпинуть? Ну, давай! Я говорю, я в Бога вообще не верю, но я такая говорю, Господи, если ты есть, и если я напишу высокий балл, я в тебя поверю, даже пойду в церковь и поставлю свечку. Вот, так что так. Так вот, ты там хотела? Можно вопрос? Почему Миша не задает вопросы? Почему Миша не задает вопросы, ребят? У кого есть к Мише вопросы? Как дела? Ради чего ты стал видеоблогером? Опа, стоп, я даже такой микрофон. Ну, знаете, наверное, я для себя YouTube вообще открыл в феврале 2014 года. То есть относительно недавно. Именно как просто смотреть видео, то есть других людей, других видеоблогеров. И я понял, что почему бы не попробовать и
когда я начал это делать, то есть я понял, что это мое, потому что уже, например, в детстве мы вместе с папой там брали телефон, например, ставили его на стол и нажимали на паузу, типа, знаете, как спецэффект, что человек пропадает, знаете, ставишь телефон, ставишь на паузу видео, а потом такой выходишь из кадра и такой, типа, ооо, нифига себе, да? И еще, знаете, я даже недавно понял то, что у моего папы есть, как такой, был, что это рассказать-то? Вечно путаюсь в своих словах и забываю, что это рассказать.